В поселке Искатели открылся Благовещенский храм-часовня. Его осветил глава Нарьян-Марской и Мезенской епархии владыка Иаков. На долгожданном событии присутствовали все, кто помогал в строительстве храма. Он возведен на пожертвования граждан и организаций при поддержке муниципалитета. Ой, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Это не первая церковная служба в поселке Искателей. В 2014 году по благословению епископа Иакова в поселении открылся домовой храм. Он располагается в бывшем здании администрации поселка. В небольшом помещении прихожане общаются с Богом, крестят детей. Теперь для этого открыт Благовещенский храм-часовня. Освящается храм-часовня сия, окропление воды сия священная. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Строительство первого в поселке храма началось в июле 2015 года. Средства на закупку материалов и строительство жертвовали организации, предприниматели, жители округа и других регионов страны. Все понимали, в Искателей, где проживает более 8 тысяч человек, приход необходим. Люди подходили, постоянно спрашивали, когда откроются женщины с колясками, то есть бабушки. Ну вообще разные люди подходили и участие все принимали. То есть был, когда субботник подходили, помогали, другие отзывались всегда на любые просьбы. Храм уже готов к проведению молебнов. Помещение обставлено церковной утварью, заняли свое место иконы. Главная из них – Троица. Рядом икона Благовещения Пресвятой Богородицы, лик Иоанна Кронштадтского, преподобного Сергия, святителя Николая. Маленькая обитель – первый шаг к возведению комплекса духовной культуры. У нас будет храм большой, уже проект есть. Земля, слава Богу, отведена давно, почти 2 года назад. Место определено. Мы постараемся, чтобы здесь была красивая парковая зона, чтобы люди могли здесь приходить просто с удовольствием, приводить своих детей, получать утешение, духовное какое-то удовлетворение посреди многомятежного мира. Первая служба в храме-часовне состоится в субботу, 18 июня. О расписании последующих молебнов можно узнать у служителей прихода. Валентина Чибичик, Леонид Шишилов, телеканал «Север».